Опа. Снимай плеер, а? Левую сторону, не левую рабочую. Справа не снимай. Нанда уна, но? Данил, впереди у нас последний домашний матч с ПАРИ-НН. Чего ждешь от этой игры? Чем запомнился соперник по первому кругу? Да, помню предыдущую игру. Пропустили первыми. Потом было тяжело забивать, тяжело возвращаться в игру. Но мы смогли, это самое главное. Я думаю, что предстоит похожая игра. Очень тяжелая, очень трудная. И надо будет, что мы сейчас и делаем, готовиться к такой игре, к такому сопернику, который играет от обороны. У нас помимо матча с Нижним выезд в Самару, у ЦСКА, нашего главного конкурента, матчи с Ростовом и Краснодаром. Сравни календари, так на первый взгляд кажется, что у нас все шансы есть за серебро побиться. Я бы в первую очередь нацеливался на нашу игру, на наши предстоящие матчи. Одна игра дома, одна игра на выезде. Я думаю, что нужно в первую очередь думать о себе. Ты отбыл дисквалификацию за удаление в матче с Химками. Как смотрелось дерби с ЦСКА, такое эмоциональное, со стороны? В первую очередь могу отметить большое количество болельщиков по сравнению с предыдущими играми. Это сразу бросается в глаза, и когда сам находишься на трибуне и также поддерживаешь и сопереживаешь своей команде, это всегда впечатляет. Также это дерби, была интересная игра, и самое главное, мы победили. После матча с Химками экспертно-судейская комиссия признала, что удаление было твое несправедливым. Как-то это немножко скрасило негатив тебе, хоть чуть-чуть? Я все равно сидел на трибуне и пропускал игру, поэтому особо это ничего не поменяло и никак не повлияло на меня. И там, я и так все знал и до решения. Твое отношение к Тарасовке, как и перед дерби с ЦСКА, мы снова тренируемся здесь. Ты здесь жил, когда за Дубль играл и за Спартак 2. Очень рад сюда приезжать, возвращаться в это место. Возможно, для кого-то это место силы. Здесь связаны история, прошлое, настоящее, возможно, будет будущее. Когда ты пропитываешься этим духом предыдущих побед, то я думаю, что это помогает тебе выигрывать и побеждать в следующих матчах. И надеюсь, нам это поможет. И последний, на днях был объявлен список номинантов премии Винлайн Герой РПЛ. Ты претендуешь на звание лучшего защитника. Как воспринял такое попадание в номинации? Мне приятно, если кто-то за меня там голосует, но я никак об этом не думаю. Опять же, повторюсь, концентрируюсь на предстоящей игре, и у нас потом еще один выезд. Концентрируюсь на футболе, тренируюсь и живу футболом. Браво, Джин! Браво, Миша! Браво!